19 ноября. Так, мы продолжаем проталкивать свой Evolution Titan. Кресло совместное производство с белорусами, ну, соответственно, китайской фабрикой. Смотрите, вот видите, Nobel Chairs Hero, оно сделано по его подобию, образу. Даже вот есть какие-то схожие прострочка, сиденья. Ну, сиденья у нашего титанчика пообъемней, то есть полезная площадь у него больше, если так вставить. Стоять. Вот, можно заметить, что все-таки сидушка пошире. Никаких металлических конструкций, которые будут упираться в пятую точку, также нет в этой табуретке. Так же, как, конечно, у этого европейца. Nobel Chairs. Ну, есть преимущество у нашего титана. Это функциональность. Это на сегодняшний день самая крутая конструкция подлокотников 4D+, где нет ложного срабатывания. Ну, в принципе, как у Nobel Chairs, тоже нет ложного срабатывания. Но эти подлокотники смотрятся круче. Магнитная подушка с широким диапазоном регулировки. Ручка РПП. Да. Механизм РПП, конечно, у Нобеля во много раз эффективней, чем у Титана. Ну, по цене зато приятней Титан. 45 максимальная цена, а у этого все-таки от 65 до 70, если ткань 70 тысяч. Угол наклона 135 градусов. В принципе, они, можно так сказать, что равнозначные, закаленные. Мультиблоки равнозначные, пятилучья равнозначные, так как это дюраль-алюминиевый сплав, литье. Отличие, значит, в конструкции, это 135 килограмм, это все-таки 150 килограмм. Вот так вот они выглядят. Высота спинки 90 сантиметров, высота спинки 90 сантиметров. То есть кресло подходит для людей с ростом 1,95 м. От роста 1,80 м. И веса, соответственно, 130-150 килограмм. Тканевая моделька. Ткань 100% полиэстер. Искусственная ткань. Имеется два цвета. Это черный и вот такой светленький серенький. Эстетические внешние качества, внешний вид, конечно. Вот мы их ставим ровненько. Это премиальный сегмент. Это, ну, это стандартное кресло китайского производства, массового китайского производства. Да, можно заметить, что, вот, например, по подушечке, как она отшита. Ну, прикиньте, в день там вы шьете по 300-400 подушек. Конечно, вы не смотрите на эти швы, не смотрите, как они располагаются, не смотрите, как натягивается шкурка на саму пену. Но это касается всех кресел. Вот подойдем даже к Dexracer, который стоит, ну, Dexracer XL, тоже цена 60 тысяч. Вот мы видим, да? Видим гармошку. Подойдем к окрессингу европейцу. Тоже надежные кресла. Именно конструктивно. Такая же гармошка. То есть это массовый продукт, который выпускается за день сотнями штук. Шьют его тысячи людей. Вот видите. И все. Все вот оно подобие одинаково. Криво, гармошка. Что-то там не сходится. Ну, в нашем Титане это основное, это конструкция крепкая, надежная рама, выносливые механизмы. Это я говорю, мультиблок, угол наклона, подлокотники. Ну и вот эти вот красивые новиночки, магнитная подушка. А, ну еще такой жирный плюс к этому, забываем постоянно про него, матрасик на спинке. Видите, если вдруг случилась авария РППшкой, вы можете туда самое простое полотенце, оп, свернули, валик полотенца туда положили, все, у вас постоянно есть вот этот выступ под бортос. Классно, конечно, классно. Nobel Chairs с таким похвастаться не может, то есть у него все зашито, спинка. Ну это, в принципе, все кресла так зашито. Поэтому, если у вас есть желание приобрести надежный каркас, надежные механизмы и комфортно работать за компьютером. Вот, к вашему вниманию, Evolution Titan. На сегодняшний день 45 тысяч она стоит.
и в двух цветах. Серенькая, черненькая. Посылаем мы по всей России. Компания СДЭК. При заказе указываем адрес пункта выдачи СДЭК, где вам удобно будет получать кресло. Ну еще плюс, чтобы СДЭК работал с посылками выше 35 килограмм, так как коробка объемная и весит она тридцаточку. Поэтому делаем себе подарки под Новый год, заказываем, указываем адрес пункта выдачи и дожидаемся своей ссылочки.